Друзья, всем привет! С побережья Средиземного моря из солнечного города Алания у нас тут начинается бархатный сезон. Все приезжают сюда на море отдохнуть, искупаться. Вода становится как парное молоко. И я вот пришел припарковать свой велосипед, немножко пройтись с вами по берегу, по набережной Аланийской и обсудить свежие новости, потому что есть о чем мы можем с вами поговорить. Есть очень хорошие, очень крутые новости от Димаша Кудайбергена. Как вы знаете, у него недавно совсем состоялся концерт в городе Алматы. Это в Казахстан. Это в Казахстане происходило. И, к сожалению, я не был там вживую, но наблюдал за всем, что происходило с помощью наших специальных корреспондентов. Там были наши друзья, друзья ЛГ Петербург, которые присылали нам огромное количество фото, видеоматериалов. Также там была прекрасная Ксения из фандома Феникс. Наш друг Хамзе тоже был прямо на концерте, тоже присылал разные материалы, делился своими впечатлениями. И вот именно этот концерт, который длился почти 4 часа, концерт, которого мы очень-очень ждали, его покажут по телевидению 8 октября 2022 года в 8 30 минут по времени Казахстана на телеканале Казахстан ТВ покажут концерт, вот это вот невероятное шоу. И, как я понимаю, вот по той информации, которая у меня есть, я сейчас для вас прочитаю это сообщение. Телеканал Казахстан покажет спецпроект. Телеканал Казахстан покажет спецпроект шоу-концерта и полную версию фан-встречи Димаша Кудайбергена в городе Алматы. Двухдневный праздник музыки вы сможете посмотреть в эфире телеканала Казахстан 8 октября в 8.30. А также онлайн на сайте Казахстан ТВ через мобильное приложение Казахстан ТВ. В общем, друзья, невероятные новости. Я думаю, что это новость, которая порадует не только всех поклонников Димаша, но и также она должна заинтересовать всех любителей музыки вообще. Да и даже тех, кто, наверное, музыку не очень любит, любит спорт или просто вот так же, как и я, например. Я знаю, что много есть у нас зрителей, которые просто интересуются достижениями Казахстана, интересуются феноменом казахов. И, друзья, я всем рекомендую именно... Я всем рекомендую 8 октября, это уже через несколько дней, 8 октября обязательно зайти и посмотреть этот невероятный концерт, потому что даже судя по тем фрагментам, которые нам удалось посмотреть, там с плохим звуком, с плохой картинкой, я имею в виду, что качество, не идеальное качество. И теперь есть у нас возможность понаблюдать телевизионную картинку, как по тем материалам, которые у нас уже были, было видно, что концерт международного уровня очень крутой. Я даже предположил, что, наверное, это один из лучших, ну, во всяком случае, входит в десятку самых крутых концертов вообще за всю историю музыки. Спасибо. Здравствуйте. Да. Вот, я тут встретил тоже. Все время наблюдаю за вами. Все новости. Ой, спасибо. Я узнаю только через вас. Нет, конечно, да. Интересно, я вчера еду, думаю, я знаю, что этот парень живет здесь. И будет классно, если бы я его встретила. И вот я как раз здесь. Прогулка. Конечно. Да, да. Ой, это же здорово. Вы супер, как классно ведете. Спасибо. Спасибо. И в жизни моложе. Да, спасибо. Очень приятно встретить. Можно сфоткаться? Да, конечно. Да. Спасибо большое. Вот, спасибо. Я желаю вам творческих успехов. Спасибо. И благодарю вас за то, что вы все так классно, так легко освещаете, так приятно вообще. Спасибо. Спасибо, да, очень приятно было. Удачи. Рахмет. Успехов, до свидания. Да, спасибо. Да, удачи вам, до свидания. Ой, вот такая вот приятная встреча. Так вот, друзья, 8 октября обязательно заходите
на сайт телеканала «Казахстан». Или если вы будете находиться в Казахстане, вы можете зайти, просто включить телевизор и посмотреть самый лучший концерт за всю историю музыки. Ну, как мне кажется. Что еще? Остальные новости, друзья. Все самое оперативное. Все самые оперативные новости о успехах Казахстана в спорте и культуре обязательно смотрите в нашем Инстаграм. Там все появляется практически сразу, потому что у нас огромное количество друзей, которые присылают нам и в Инстаграм, и в Телеграм, и в WhatsApp самые свежие новости, самые интересные. Мы из них публикуем с большим удовольствием и с большой радостью. В общем, вот так вот, друзья, хотел просто с вами немножко пообщаться, вот здесь вот прогуляться по берегу моря. Давайте вам чуть-чуть покажу, как здесь у нас красиво сейчас. Вот так вот, бархатный сезон. Уже не так жарко, но при этом очень круто и красиво. Так что, друзья, что сказать? Приезжайте к нам в Алания. У меня на этом все. Скоро увидимся.